Это лишь малая часть пожара, который в считанные минуты пожарным удалось потушить, а это уже другой участок. Тут уже убирают последствия огня. Во время борьбы с огнем важно предусмотреть все, говорят спасатели. Пока одни тушат пламя, техника вспахивает территорию, чтобы огонь не распространился. А здесь пожарные с помощью специального сооружения тушат небольшие очаги пламени. Даже одна искра может стать причиной масштабной беды, говорят спасатели. В рамках недопущения и предупреждения, а также отработки навыков, вот впервые по республике проводятся подобные республиканские командно-штабные учения «Тур-2024». Ранее такие учения не проводились. Подобные учения в Шымкенте проходят регулярно. Стоит отметить, что сотрудники ДЧС мегаполиса востребованы практически везде и не только во время массовых пожаров. Несколько групп спасателей недавно вернулись из Северо-Казахстанской области, где помогали в ликвидации последствий от наводнений.